dvhub.ru. Спортивное мастерство – это сила и воля, упорство и верность, отвага и... Всем дорогим словом, комсомольчане. Спортсменов старше 18 лет награждаются Андреев Александр Сергеевич, бронзовый призер художественным письмом за высокие показатели в работе тренеров, преподавателей детско-юношеских спортивных школ награждаются Олегин Александр Валерьевич, тренер-преподаватель отделения прыжков на батуте муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования, специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 2. Бергер Раиса Анатольевна, тренер-преподаватель отделения волейбола муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования, специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва. Мой тренер Валентин Леонидович Грызан, со мной он работает с самого начала моей карьеры. Это именно он разглядел, возможно, во мне какой-то талант. Вместе с ним с самого начала шли к соревнованиям, ко всей подготовке, очень много поддержки от него. Считаю, что без него у меня бы вряд ли что-то получилось, потому что он – это как минимум 50% моего успеха. Вот, я ему очень благодарна, потому что, ну, действительно, он не только в спорте, как бы, и в жизни очень мне помогал. Всегда решали все проблемы вместе. Преодолеть себя стал Остапенко Владимир Илларионович, кандидат мастера спорта по дартсу, серебряный призер чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта награждаются Бондарь Виктор Николаевич. Карась Татьяна Юрьевна. Состоялись 9-е всемирные игры ветеранов. Город юности представляли Синейко Михаил Степанович, победитель 9-х всемирных игр ветеранов по легкой атлетике в возрастной группе 75-79 лет. Михаил Степанович стал первым сразу на двух дистанциях 5 и 10 километров. 10-километровый полумарафон Михаил Синейко пробежал за 48. Деркаченко Анне Константиновне, тяжелая атлетика. Усеевой Дарье Игоревне, плавание. Хабаровского края и Дальнего Востока, комсомольцы на Амуре занимают поистине достойное место. Мы не только прославляем свой город своими двухъемкими производствами, то, что мы столица, промышленная столица Дальнего Востока, но мы еще прославляем свой город действительно своими спортивными достижениями. Мы ежегодно выступаем и побеждаем на краевых, всероссийских и международных соревнованиях. У нас свои олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы страны. Счастья, любви,
спортивной удачи, ну и, конечно, дальнейших таких мощных, красивых спортивных достижений на благо нашего города. Спасибо вам, да здравствуйте, спортсмены Комсомольской молодежи. dvhub.ru